Всем привет, у меня на ранчо. Наступает осень, скоро зима. Дачники делятся на два типа, которые считают, что водопровод нужно собирать на земле и потом его на зиму раскручивать, разбирать. Я отношусь ко второму типу, который считает, что нужно закапывать. Вот у меня закопана полипропиленовая труба. И давайте я вам покажу, что я, какие манипуляции делаю на зиму, чтобы у меня его не порвало. Хотел с помощью электричества сделать, но переходник для компрессора с 220 на 12 вольт мне что-то начал нервы мотать. Ну так вот, вот у меня торчит сосок. Один из многих, которые на даче. Я взял переходник под быстросъем, отпилил и вставил сосок от бескамерного колеса. Подцепляем ножной насос и начинаем накачивать. Открываем кран и начинаем усиленно работать ногой. Работаем. Накачиваем. Устали. Накачиваем второй ногой. Ну вот мы накачались. Закрываем этот кран. Закрыли. Отпускаем. Идем. Желательно в дальний. Вот я тут уже проводил. Ну там у меня в теплице еще один есть. Но самый эффектный вот этот. Нажимаю. И воду у вас выплевывает. Так проводите несколько манипуляций. И желательно с каждым краном. И все. Желательно эту манипуляцию проделать с каждым краном, который у вас есть на даче. То есть выходят остатки воды. И вот, дорогие мои, если выполнить вот эти нехитрые операции, не поленитесь, и тогда закапывайте свой водопровод, и ничего с ним не случится. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. Всем пока.